И всем привет, с вами Хейтер, и сейчас мы будем играть в Batman Arkham Origins. Проходите одиночную игру. Давайте на нормальную идем. Да, тут уже такое клевое вступительное видео. Так, видимо, Брюс чем-то явно недоволен. В этой игре нам поведается история, когда Бэтмен только начинал свою карьеру героя. Что-то вовсе неладное творится в Готэме. О, хоть в какой-то из частей костюмчик-то обновили. Довольно-таки круто смотрится графика, довольно-таки клёвая атмосфера, так сказать, Бэтмен. Так, тут ребятишек перебили. Да он чуть-чуть прихренел. И ты туда же. Так, сейчас что-то со звуком у нас не то. Да, вот это получше. Хотя нет, так меня не будет слышно. Ну вот так подойдем. О, братишка, я тебе покушать принес. Но как-то раньше времени упал, не годится это. Ой-ой-ой, навалились. Вроде подано.
Что? Where's Black Mask? How the hell should I know? I'm going to make you talk. How much pain you endure before that is in your hands. Screw you. I don't have time for this. Okay, okay. He said it to the execution chamber. В камеру казни? Для казни? Для казни. Да, это не очень-то хорошо. Братишка, я тебя покушать принес. Я тебе, кажется, вне игры останусь. Я тебя ниже пустить не успею. О. Беспилотник? Сюда, иди. Твою мать. Мне кажется, там кого-то в камере забили. И куда нам? А, все понял. Что-то с ним не так. Здорово. Так, тебя мы не тронем. Эй, что-то я не то сделал. Да ё. Ладно, управляем, мы так управляем. Здорово. Так, все, ты свободен, мой друг. О, ну тут все посетители Блэкгейта. Да, тут ничего интересного. Не пил, честно. Боже, что с его глазами? That area of the floor is weak. I can use my explosive gel to break through. They say crime doesn't pay. Someone ought to check the good police commissioner's pockets, because they are lying with my money. And what have I got to show for? My own men in the slammer? Not no more. No, tonight, we're making some changes. Some big changes. Так. Я хочу все сделать поэпичнее. Да, получилось. Hell yeah, it is. We're in trouble. I didn't sign up and get my ass kicked. А, куда они делись? Опа-опа. Как мы к тебе попадем? Да, это не вариант.
Да, спугнул, конечно. Место украдено. Куда ты? Все. What's all this about, Sionis? Haven't I always come through for you? You may have, Gillian, but we're starting with a clean slate, and you're not on it. What are you talking about? I'm not on it? After all I've done for you. Вот эти политические стулья только. Пока без стула. И без электричества. Show's over, boys. Let's go. Я не знаю, что это, порыв эмоций, или он знал, что он там. Так, а раньше нельзя это было сделать? Too late. Commissioner Loeb is dead. Black Mask has a lot to answer for. Вот, старый друг. Так. Что? Там у них какие-то терки наверху. Отдыхайте наверх. Ой, нет. Нет, нет, это не то. Боже, что ты, Бэтмен, ты пьяный, иди домой. А! Что-то это у нас. Куда? Куда лети? Красавчик. Эпичненько так. Ну чё? Ящер переросток. Возвращайся в свой аквариум. Так. Походу с ним тактика... Ой, нет, нет, это мне не нравится, нет. Походу с ним тактика так, как и с противниками в бронежилете. Сейчас попробуем. Да. О, сразу тут. Положи. Так, давай. О, сработало. Давай, хренарим. Что ты делаешь? Боже. Он мне показывал свой аромат, да? Бакалут. Ой, как-то вас много. Как-то это все неправильно.
Огонек такой мыльный. Ой-ой-ой. Ах. А ну его подножка получится, а ему насрать на подножку. Бля. Лапка лут. Боже, когда у Бэтмена такие глаза, знаете? Что за хрень? Снижи, сам ты кусок мяса. У меня есть чувство. О, все. Уже упокоил. А вы тут откуда взялись? Да, конечно. Пока. Да, роскошь. Are you back for the night, sir? Shall I warm up? У нас новый уровень. Боевая броня. Ну да. Давайте. No. It's going to be a long night, Alfred. I just ran into a human-shaped crocodile who told me Black Mask has hired assassins to kill me. Assassins, sir? As in more than one? That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile man? His name is Killer Croc. He's already behind bars. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered tonight. They're all hired killers, the best in the business. Black Mask isn't. Это Крокот, я знаю, Deathstroke, где? Слейд Уилсон. Бэйн. Ну больше как бы особо никого не знаю. Subject of a failed medical experiment. Ну удачно. Failed, you say? Фу, у Альфреда такие же сомнения. Ну Светочка, я знаю. Только тут он чуть-чуть другой. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Ну, Медноголовка — это для нас новый персонаж. Довольно-таки интересный. Флойд Лотен, а.к.а. Deadshot. Вот Deadshot тоже. Says he is an expert sharpshooter. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. Street tough named Lester Baczynski. Calls himself... О, электрошокера. С ним мы тоже знакомы. Shocking. Shiva. Shiva, я... Где-то я ее помню. Ну, с Бэйном, наверное, уже знакомы все. Бэйн, here, в Готэм. Why would he be taking money as a hired killer? Is that Warden Joseph?
О, это тот, которого мы встретили в самом начале. Только там он был одноглазый какой-то. А, ну, все ясно. I'm going to find out who is operating this drone. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask. Ну, это похоже на план. Sir, I may be stating the obvious here, but you do realize that since you and I are the only people who know the Batman's true identity, those assassins will all fail their mandate if you'd just spend the evening here. They'll put innocents in danger to attract my attention. I can't take that risk. And you think it's a better idea to just put yourself in their crosshairs? There's only one person in Gotham who can get his hands on something like this. The Penguin. He's been tracking Black Mask. Its next waypoint was a rendezvous with Penguin's men at Jezebel Plaza. I'll make them talk. Ну, на такой позитивной ноте, я думаю, можно закончить. Скоро я буду пилить новые видео. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.